Забавно, я 3 раза роняла свечу. Я так ее хотела красиво снять. Это формула получения пророческой мудрости. И она горела просто сказочно. И вдруг я, чтобы достать эту формулу, 3 раза ее роняла. Свечу, все разлито. Очень странно. Никогда свечи не ронял. Да блин, что со мной такое? Телефон не выключил.